Всем привет! Сегодня хотел рассказать, показать, как врезать замок на калитку, как установить короб, как изготовить короб. Вот. Для этого нам нужно 60 на 40 профтруба, вот такая вот, самая тонкая, стенка полтора пойдет. Если у вас калитка толщиной 40, то есть 20 на 40 выполнено. 60 на 40 подойдет, как торцом она будет. Вот. Потом потребуется полоса вот такая, 40-я, шина 40-я. Для того, чтобы... Вот я уже изготовил тут такой вот короб. Получается 60 на 40 и с двух сторон заглушил полосой. Вот. Сделал такое отверстие. Здесь на калитке отмеряется снизу до середины метр. Ну, я оставляю метр. Вот. Здесь будет метр до середины замка. То есть она будет вот так вот у нас. Вот. И потом, когда калитка установится, она на 10 сантиметров поднимется и получится размер 1,10 м. То есть середина будет на 1,10 м в высоте. Вот. Как отрезать отверстие здесь, чтобы замок, вот он замок, вошел туда. Не нужно сваркой его электродами прожигать. Для этого берется болгарка с отрезным кругом. И отрезается вот так вот. Делается надрез здесь. Делается надрез снизу. Вот так вот. И делается надрез по диагонали. С внутренней стороны то же самое проделываем. Здесь, здесь и по диагонали. После этого не нужно здесь болгарку вот так вот надрез делать, вы только испортите. Вот. После этого высовываем первую часть, вот так вот, и вторую часть. Вот так вот. И делаем, и отрезаем, то есть она до конца вот так, и эта часть тоже до конца, и просто болгаркой отрезаем так вот, и у нас получится ровное отверстие, и с той стороны то же самое, вот так вот. Да, нужно делать в перчатках, пока я снимаю, чтобы за усенец не порвал на руку кожу. Вот здесь тоже так же отрезается вот так вот, и все, и получится ровное профилированное отверстие. Вот. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы оно закрылось в дальнейшем. Вот, ровно. То есть, и чтобы и вошла, и после того, как его установишь, не было с этой стороны и с этой стороны отверстий, то есть не оставалось здесь вот. Все ровно будет. Вот так вот. Вот. После этого, после того, как здесь отрезали, завариваем уже короб наш. То есть короб тоже уже с отверстием. Он сюда войдет, получится вот так вот. Сейчас отрежу. Кстати, это заварю, покажу. Мы отрезали. Усенцы. Устанавливаем замок, короб, и вот видим, что зазор отсюда и отсюда никакого зазора не видно, все стало все четко. Вот. Потом, ну, это уже с другой стороны будет. Сейчас найдем правую сторону. Вот она. Будет уже вот так вот.
И все, она здесь в дальнейшем тоже ставится. Сама ручка. Здесь отмеряется отверстие. Начинает сюда. И до сюда. Вот так вот. И вот так вот. И вот так отрезаю. Примерно. Не надо тут точно резать, она останется за ручкой, болгаркой. Вот такое отверстие примерно. Можно вот так вот и вот так вот прямой, то есть не полукруглый. Вот так вот и вот так вот. И все, она потом закроется. И уже не будет видно. То есть не надо там так сверлить, там сверлом, здесь маленьким сверлом. Просто взял болгарку, отрезал, так вот и все. Она также плотно вяжет. Замок не будет болтаться, ручка, то есть не будет болтаться. Потому что она стянется саморезами здесь. Здесь, то есть не саморезами, а своими болтами. С двух сторон она стянется. И плотно все будет. Вот так вот. Ну и все. Что еще сказать? Ну, здесь, естественно, зашлифуется все и покрасится. Вот, кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем добра.